Прикоснуться к прекрасному. Такую возможность подарили челябинцам и гостям города сотрудники Южноуральской магистрали. На железнодорожном вокзале вниманию пассажиров представлена фотовыставка, созданная участниками молодежного фотоклуба «Дороги». «Тепло зимой» – так назвали свою экспозицию авторы. Фотоработы оценил и Антон Коган. 9 фотографов и 60 работ самых разных жанров. Портреты, пейзажи, репортажные снимки. И в каждой индивидуальный взгляд на жизнь, свой неповторимый почерк и мироощущение. Трудно представить, что авторы экспозиции взяли в руки камеры всего 2 года назад, когда на Южноуральской магистрали появилась своя корпоративная фотошкола. Проведение выставки – это своего рода подведение первых итогов обучения. Руководитель клуба, известный челябинский фотограф Анатолий Шулепов, гордится достижениями своих учеников. Я думаю, что любой человек, который посмотрит эту выставку, для себя хотя бы одну работу, интересную для себя и близкую для души, он там найдет. Авторы снимков в обычной жизни – сдержанные и серьезные сотрудники железной дороги. В свободное время – это глубоко чувствующие и творчески одаренные художники. Ведущий специалист по управлению персоналом Наталья Глинских убеждена, именно занятия фотографией преобразили ее взгляд на мир. Все фотографии, как учил наш учитель, нужно снимать одним кадром. То есть нужно снимать всегда так, чтобы каждый кадр был как последний. И поэтому сразу нужно думать то, что ты хочешь снять, и когда нажать вот эту кнопку. Название выставки «Тепло зимой» не случайно. Работы, представленные здесь, несут добрые и светлые эмоции. Хотя и не все они были сделаны в зимний сезон. Есть летние кадры и даже тропические пейзажи. А также и вовсе нетипичные фотографии, например, портреты лего-персонажей. Планируем, что фотовыставка это будет ежегодная. Кроме того, помимо Челябинска, планируем пустить данную выставку по вокзалам нашей Южноуральской дороги. Оценить снимки учащихся фотоклуба собралась специальная комиссия. Лучшие из лучших получили награды. Экспозиция работает в свободном режиме до 29 февраля. Так что любой пассажир, прежде чем отправиться в путешествие по железной дороге, может зайти в зал ожидания и прикоснуться к чудесным моментам жизни, запечатленным фотографами.